Всем доброе утро. Я еще в пижаме и хочу позавтракать. Малыш спит, у него уже второй или первый дневной сон, первый, скорее всего. У меня на завтрак, смотрите, вот такой вот йогурт от Ойкос с ванилью. Он полезный, протеиновый, и я добавляю еще гранолу, как вы видите, с сушеной клубникой и голубикой. Вот характеристики этого йогурта. Так что всем, кто кушает, и, кстати, у меня еще кешью обжаренные, всем, кто кушает или собирается кушать, приятного аппетита. Все, привет! Кто-то проснулся. У кого-то был сон дневной первый. Да, муа. Какой хитрый стал. Муа. Не хочешь сидеть играться в манеже. Оставляешь его, чтобы он тебя не видел, еще как-то играется. А когда он тебя видит, да, говорит, молчи, мама, не пали хату. Муа. Кое-кто уже готов к приему пищи, красавец. Ну, мы сегодня будем впервые пробовать от Earth's Best вот такое питание со вкусом, вернее, не со вкусом, а с сладкой картошкой, корицей и овсянкой. Еще флэк, кстати, семена льна. Так что первый раз будем пробовать такой вкус. Да, малыш? Let's do it. Всем привет! Я уже третий раз здороваюсь с вами. Ну, как говорится, здравия желать — это не так уж и плохо. Мы сейчас собрались ехать по делам нашим, которые в последнее время у нас. Привет! Что ты тут делаешь? Играешься? Он сопливит, зубы, кашляет из-за соплей. Мне кажется, все дети, у кого выходят зубы, сопли, слюни, кашель, это неизбежно. Да? Сладолик. Везде с нами, везде с нами по делам, везде с нами. Ну, как по-другому? Пока что няни у нас нет, но скоро будет, я думаю. В общем, посмотрим. Еще будем думать, у нас сейчас и другие дела есть, поважнее. Кстати, видите, какой ровный тон лица? Это единственная, наверное, из всех последних тональных основ, которая действительно создает на пост-акне прям такую прямую текстуру. Это от Physician Formula новинка вместе с праймером, конечно же, праймер Illuminator, который придает свечение лицу, который я уже показывала. Я довольна ею. Мне очень нравится эффект после нее. В то же время лицо светится изнутри, но оно не жирное, а матовое. И как это не сочетается друг с другом. Конечно, но классный эффект. Мы уже дома, закончили наши дела. Малыш голенький, потому что у нас очень жарко на улице. Очень жарко. Он смотрит на деток, как играется. Да, сзади меня детки играются. Моют машину. А я хочу, кстати, не показала, мы купили пионы. Включишь эту воду? Я возьму шланг. Опа, и полью их, потому что они уже высыхают. Но они и распускаются в то же время. Чуть-чуть открой, чуть-чуть. Вот они. Ты слишком мало взяла? Нормально взяла больше. Вот они, мои пиончики. Это самые любимые мои цветы. Еще один факт о Ирине Петровне. Вы теперь знаете. А, сейчас как рванет.
поливаем. Мы приехали в Ловс погулять, а то наш малыш дома не хочет сидеть. Ему нужны прогулки по магазинам, причем ни в машине, ни в доме, с ним тяжело сидеть, конечно. Сейчас помогу тебе. Нет, я не хочу. Давай, поставлю это и помогу. Давай, помогите мне. Завязать. Пояс. Поясок. Ай да. Тут о тебе, малыш. Готовы. С самого рождения кое-кто влюблен вот в это. И он попал сейчас в свой рай. Смотрите, он в шоке. Это твой рай, малыш. Самолеты, вертолеты. Видите, как здесь светло? Как раз можно снимать видео хорошо. Ну как вам освещение? Хоть снимай видео здесь. Видишь? Круто видно. Мы гуляем, убиваем время, потому что тяжело. Хочу домой помыться или спать. Да, это точно. Дома ничего больше не хочешь делать. Дома такой бардак, если честно. Но он скоро решится, я надеюсь. О, с Марвелом что-то. Лежу я тут на своем диванчике, смотрю телевизор, смотрю сейчас лучше всех. Люблю передачи разные с Первого канала очень. И хочу сказать, что подошел наш день к концу, и день был очень-очень насыщенным, очень тяжелый, много переделали, я очень устала. Так что всем желаю удачи, и всем до завтра, всем пока-пока.